Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Бутусов. И у меня в руках уникальный инструмент мастера Бертрана Галья. Это человек, который живет во Франции. Он делает ирландские гармошки. Как-то у меня был в гостях гость из Ирландии, вы помните его, и он сказал про ирландскую музыку так, что, говорит, музыка у них очень простая, такая тына-тына-тына-тына. Ну, в общем, да, можно с ума сойти. Но, тем не менее, инструмент вот, я держу в руках, мне он очень нравится. Он такой вот очень, во-первых, компактный, легкий, приятно пахнет. Он из дерева сделан, это не просто какая-то фанера. Замечательное качество. Регистры, кстати, вот здесь вот переключаются. Первый раз вообще такое вижу. Вот, и все очень четко ходит, так переключается качество. Обалдеть просто. Вот, прострой гармошки, нарожи, нажим, разнесло. Басы получается тоже. Сюда. А здесь получается фа мажор, нажим, до мажор, а здесь ля минор, нажим, ми минор. Вот такая вот ирландская гармония, ирландская музыка. Не знаю, что-нибудь получится у меня с в составе таком гармошка, скрипка, там какой-нибудь бубен, барабан, вот, гитарка, что-нибудь такое, арфа там иногда встречается, ну, вот такая вот музыка. Так что, кому нравится ирландская музыка, можете набрать прям в YouTube что-то такое подобное, и вы увидите таких гармонистов, которые играют на инструментах такого плана. Вот, в России всего их немного, может быть, два, может быть, максимум три человека, которые там увлекаются вот этой вот темой. Вот. Но, тем не менее, колорит, и я не мог обойти мимо этот инструмент, чтобы не показать вам. Поэтому вот смотрите, наслаждайтесь, радуйтесь. С вами Владимир Бутусов. Всем всего доброго.